Я думаю, что все наши телезрители уже привыкли просыпаться с нашими утренними красавицами. Ранкова красуня. Такой есть у нас альбом в официальной группе ВК. Если вы красивая, симпатичная девушка, заходите к нам на страничку, оставляйте свою фотографию. И, возможно, вы станете той самой победительницей недели. Кстати, вот сегодня как раз в конце этой недели, третьей недели ноября, определим, кто же будет красавицей этой недели. Мы уже решили, что это будет происходить не методом зрительского голосования, а просто вот генератор случайных чисел для того, чтобы никого не обидеть, определить ту самую девушку недели. Итак, у нас сегодня традиционно 12 участниц. Для того, чтобы все-таки подготовиться, мы пока что посмотрим, как это выглядит на экране, ну а после этого определим, кто же будет девушка недели. Так, давайте сюда, не будем тянуть время, давай попробуем определить действительно генератор случайных чисел. Ну, давайте, как говорится, с Богом нажимаем. О, вот число 13 для кого-то оказалось счастливым. Нам сейчас как раз режиссер подскажет, как зовут девушку, чья фотография под номером 13 сегодня определилась как победительницей. Вот давайте попробуем узнать, как же ее зовут. От в цьому випадку в п'ятницю 13 число виявилося вдалим. Ну що ж, не забувайте про те, що переможець цього тижня на ім'я Качанова Каріна ми запрошуємо до нашої студії вже у понеділок, де, власне, познайомимося із нею і дізнаємося, яким саме чином вдалося їй вибороти перемогу. На маю на увазі не лише генератор випадкових чисел, але, власне, і що спонукало її до участі в нашому конкурсі. І так, Качанова Каріна, поздравляємо вас, ви дійсно побідітельниця цієї неділі.